ощущение, что на перерыве включили кондиционер, да? Как-то стало посвежее. Ой, там освещение появилось, это я вас вообще не видел. Столько перемен. А кто-то считает, все это химеры и вздор. Вот я уже начал косячить. А кто-то считает, все это химеры и вздор. И не променяет покой на разбег и простор. И жив будет хлебом единым, не в силах понять. Красивое небо, красивое дело летать. Красивое небо, красивое дело летать. Скользить, как по снегу, легко километры листать. И чиркнуть небрежно по облачной лате крылом, паря безмятежно в просторе небес голубом. Красивое небо, красивое дело летать. Нестись к горизонту и вдаль его отодвигать. Меж замков воздушных, что плавно плывут над землей, пугая порою своей красотой грозовой. Красивое небо, красивое дело летать. И все начиналось когда-то со слова мечта. Красивое небо когда-то давно выбрал ты, что всю свою жизнь любоваться землей с высоты. И ты от земли оттолкнувшись взлетел выше птиц, в пространство, где нету пределов и нету границ. Частицы вселенной поможет себя осознать. Красивое небо, красивое дело летать. Кто-то считает, все это химеры и вздор, и не променяет покой на разбег и простор. И жив будет хлебом единым, не в силах понять. Красивое небо, красивое дело летать. Следующая песня на стихи генерал-майора Геннадия Петровича Кочергина. Он, к сожалению, не смог прийти на концерт, извинился. Но песня является, как не является, вернее, она у нас в семье звучит, наверное, сейчас чаще других, потому что, ну, как-то вот, ну, очень нравится, да? Очень хорошие стихи. Геннадий Петрович Кочергин, в прошлом командующий РВСН, генерал-лейтенант, командующий
авиации ракетных войск стратегического назначения и член Союза писателей. У него прозы много на прозеру и стихов тоже. Стихотворение вот это мне попалось. Мне его прислал летчик на пенсии из Красноярска, с которым мы тоже очно не знакомы. Потом вот я нашел по интернету благодаря друзьям автора стихов и спросил разрешения на то, чтобы это можно было петь. Получил. Ну и получилась такая одна из любимых наших песен. Единым цветом и зимой, и летом на зависть всему нашему двору, видавши виды куртки и шеврета, я выхожу из дома поутру. На ней следы от лямок парашюта, потертости от привязных ремней. И дорога мне каждая минута, которую я проживаю в ней. И знаю, в куртке на мою похожей сквозь этот пестрый приземленный мир мне улыбнется из толпы прохожих веселый парень. Здравствуй, командир. На языке для нас двоих понятном поговорим о жизни, о делах. Летаю штурманом на 95-м, а я был командиром на Илах. И подтвердим своим рукопожатием, куда бы нас судьба не завела, что летчики одна семья, мы братья, по чувству неба, сути ремесла. На день и ночь не разделяем сутки, обходят нас сезоны стороной. Мы надеваем кожаные куртки, и крылья вырастают за спиной. Мы надеваем кожаные куртки, и крылья вырастают за спиной. Следующая песня называется «Бортпроводник». Она мне тоже, вот стихи попались, по интернету прислали люди. А поскольку содержание вот про бортпроводников, которые уже не летают, и у пилотов, которые тоже уже не летают, много общего, которые когда-то мотались по эстафетам, а потом наступает другая жизнь. Вот. Автор стихотворения Андрей Звягин, как он сам сказал, вообще стихотворение называется «Бывший бортпроводник». Вот. Ну, я опять же с ним связался, значит, попросил разрешения. Он говорит, да, конечно, потому что там вот есть стихи, которые, вернее, строчка, которую он когда-то взял из моей песни. Вот так что у нас такое сотрудничество. Он тоже в этом зале. Я потом его представлю после песни. Безумной жизни карусель,
ушла к другим по эстафете. Ложишься спать в свою постель, не вскакивая на рассвете. Твой кофе в графике забит, и выходные в воскресенье, но гул турбин в ушах звенит, но гул турбин в ушах звенит, и нет от этого спасения. Тоскуешь ты по городам, где был ни раз, ни два, ни десять. Бортпроводник он как цыган, оседлой жизни омут пресен. И в аэропорту опять слегка заноют где-то нервы, и будешь долго повторять, и будешь долго повторять: я не последний и не первый. Да, ностальгия достает, ты сам порой не замечаешь, как в небе каждый самолет подолгу взглядом провожаешь. Иной у жизни ритм бывает, но рвутся крылья к солнцу выше, и часто по ночам летает, и часто по ночам летает бортпроводник с приставкой «бывший». Часто по ночам летает бортпроводник с приставкой «бывший». Спасибо. А теперь я прошу на сцену Андрея Звягина, автора стихов, поэта. И он сейчас прочтет своих парочку стихотворений. Можно сказать о том, что была дана команда «живот не втягивать», я и расслабился. Ладно, хотя бы так. Да ладно, уже можно не втягивать. Вадим, спасибо вам большое. Помимо того, что я когда-то бывший бортпроводник, стихотворение так называется «бывший бортпроводник» для меня, вернее, с приставкой «бывший». Я когда-то закончил Криворожское авиационно-техническое училище, и вот эти песни, еще мы не знали, кто их поет, но, вернувшись, это тоненькая ностальгия о той курсантской жизни, и песни Вадима ее перевели в другую полярность, когда ностальгия стала не со знаком минуса, а ностальгия со знаком плюс. Сейчас собирался на выход, сын 8-летний сидит там, из картона самолет вырезает, у него в ДНК просто вот самолеты. Я говорю: слушай, ну почему ты нос обрезал, ведь некрасиво, поднимает так. Не бывает некрасивых самолетов, он знает эту песню. Ну и стихи, которые Вадим видел, он их одобрил, поэтому... Попробую вот так. Иду на взлет из Бодайбо. Кругом кисель, все развезло, шасси в дерьме до тормозов, дурна потеха. Горланит Цой свое кино, и пассажиры жмутся, но в кабине трое пацанов, им не до смеха. Давай, родимый Фантомас, сыграем рок, сыграем джаз, пусть грязь летит на фюзеляж, Можайский с нами. Режим на взлет и верхний план, ревет, как зверь от страшных ран, и каждый день такой вояж под облаками. Механик, руды, блин, держать. Идем на взлет, ядрена мать. Орган завел над головой свою пластинку. Команда, скорость больше 100. Пора решать, кому куда и кто пойдет со мной в Иркутск.
на вечеринку, борт оторвать, на спинах соль, 100 метров и закрылки в ноль, рули в грязи, штурвалы густо запотели, поют движки, как песню Лепс, внизу Байкал и старый лес, механик выдохнет тихонько, полетели. Ну и у меня же там мама стюардесса, и когда-то мне нашли няню. Вот это автобиографичное. Казалось, няня ерунда. Сыскать невелика задача, и мне 3-летнему тогда нашли родители удачно. Но тетя явно не в себе, подруга дней моих суровых, с герцеговиной на губе, в клевте и в сапогах кирзовых она терзала апельсин своей, начищенную фиксой мне пела, что любовь, как дым, и к ней она не возвратится, замызганное домино, блатной жаргон у тети Сони, что в сущности не мудрено уже 5 лет. Она в законе, я тихо плакал за трюмо, когда она халат из шелка японский, мамино добро, надела старая кошелка, а я хватался за края, ревел с гримасою страдальца. Я был не больше воробья в ее махрой пропахших пальцах. Года прошли, теперь смешно мне вспомнить странную гражданку, мой синий перстень, как в кино, набит на среднюю фалангу. Спасибо. Так интересно, замечательные такие стихи и чтение чудесно просто. Я думаю, что не последний раз я Андрея приглашу вот выступить. Я когда гитару брал, смотрю, вот здесь откуда-то так появился такой окурочек маленький, сразу вспомнил эту песню. Там. И окурочек что-то в женской помаде где-то подбросил. И тетя Соня тут, которая 5 лет уже как в законе, думаю, как иллюстрация, да? Следующая песня будет премьера. Но это будет премьера не песни, а премьера минусовки. Я почти 1.5 года, где-то в районе того, боролся с замечательным музыкантом Александром Ладыкиным, который сделал не одну мне замечательную минусовку. Такие, как вот «Белокуриха», «По облакам», и «Еще раз про любовь», которая сегодня тоже будет звучать. И вот эту песню про Синегорье, когда он сочинил, написал, я сразу понял, что мне бы очень хотелось, чтобы она была именно под минус сделана. И именно Владыкиным, потому что, ну, это, на мой взгляд, просто супер талантливый музыкант. Он, ну, там, живой баян. Ну, в общем, здесь многие из вас не раз бывают и не раз это слышали. Поэтому, вот, но в процессе создания мы все время спорим, ссоримся. Потом где-то полгода все брошено. Потом проходит какое-то время, и пишу там в WhatsApp, я говорю, ну что, может, песню закончим? Ну давай закончим, а что? И вот начинается все по новой. И в итоге получается, в конечном итоге, то, что мне нужно, в переводе на русский шедевр. Саша, Синегорье.
синих водах и Сывкуля растворились небеса. Красота вокруг такая, что пером не описать. Позитива просто море, впечатлений через край. Мы попали в Синегорье, так похожее на рай. Синегорье, где выходят окна в яблоневый сад. Синегорье, и цветы кругом, куда ни кинешь взгляд. Синегорье — это праздник, это всюду детский смех. И, конечно, эта радость щедро делится на всех. И сюда приехать стоит из любого далека, чтоб хоть раз увидеть эти в синем небе облака. Чтоб смотреть на эти горы, взгляд не в силах оторвать. И еще по Синегорью, чтобы просто погулять. Синегорье — это место, где встречаются друзья. Синегорье, если честно, то в него влюбился я. Потому что здесь душевно от сердечной теплоты, потому что здесь волшебно от волшебной красоты. Все тут сделано с любовью, все тут сделано с душой, и поэтому любому в Синегорье хорошо. Я ни с кем не стану спорить, но хочу предупредить: если не был в Синегорье, значит, нужно в нем побыть. Синегорье — это добрая, веселая семья. Синегорье, и хочу еще сюда приехать я. Потому что это праздник, это всюду детский смех. Потому что эта радость щедро делится на всех. Синегорье — это место, где встречаются друзья. Если честно, то в него влюбился я. Потому что здесь душевно, а сердечной теплоты. Потому что это место, где сбываются мечты. Интересный такой был момент, я когда эту песню выложил в ВКонтакте, на Фейсбуке, не помню, она начинается со слов «В синих водах Иссык-Куля», и под песней комментарий такой: «Скажите, а где это?» Ну и следующая песня, это уже будет настоящая премьера. Здесь в зале находится Анатолий Васильевич Сурцуков, с которым мы познакомились, и вот сегодня лично познакомились, до этого и подружились по интернету. Вот, генерал-лейтенант, в прошлом командующий армейской авиацией страны. Вот, очень много войн на счету, наград. Вот, и, как всегда, человек тоже пишет рассказы, стихи, сам поет. В общем, такой очень многогранный человек. Но началось, вернее, вот эта песня, история, что он мне прислал не свои стихи, а где-то на просторах интернета ему попалось стихотворение. И даже не помню, оно, по-моему, без названия, по первой строчке. Это я его уже назвал, песню, вернее, назвал «Возвращение». В общем, опять же, друзья в интернете помогли узнать фамилию автора, но, правда, с ним мы не пообщались. Это что значит? Анатолия Васильевича? Да. Нет, я знаю. Нет, мы сейчас говорим про песню
В общем, автором является Владимир Стацук, вертолетчик. Я не знаю, правда, вот он летает сейчас или не летает. В общем, мы не общались. Но я взял, так скажем, на себя смелость в этом стихотворении кое-что переставить, кое-что убрать, потому что стихотворение и песня — это суть не о том и то же. Я уже говорил, что требуется у каждого жанра там свои законы. Вот. Ну и получилась вот такая песня. Называется она «Возвращение». И я вам сейчас ее спою. Несущего винта щекочет горизонт, клубками серыми внизу ползет какой-то фронт. Приборов, стрелки, сторожа в рабочих секторах, бегут секунды муравьи на бортовых часах. На карте линия пути, тропиночка домой, небесной жизни 7:00 остались за спиной. Проскочнулась стрелка АРК, узнав знакомый зов, сигнал занудный от всегда усталых приводов. Доклад снижаюсь до 600 и вниз чуть-чуть шаг газ. Глазок канала высоты безропотно погас. За метром метр скользит к земле, оставив эшелон в слоистой мутной пелене десяток с лишним тонн. Застыло время, как смола в стакане молока, чуть крепче держит РЦШ уверенно рука. Лохмотья серых облаков растает за бортом, пейзаж знакомый и родной раскинется ковром. Земля, и вихрь над полем закружит травинки веселя. А шасси робко, как цветок, потрогают бетон. Посадка четко прозвучит в эфире баритон. Вздох облегчения турбин усталых разнесется, а погрустневший фюзеляж к стоянке вдруг прижмется. Лукаво солнце из-за туч мелькнет лучом прощальным, и воцарится тишина над вечером хрустальным. Спасибо. Догадались, да, почему я так медленно с замедлением пою последний куплет? Хорошо. Да, иранскую тему надо маленько затронуть. Это были уже вопросы. Если кто сюда приехал от тоски и ради смеха, то признаюсь откровенно, это был совсем не я. Если честно, между нами все мы едем за деньгами, хоть у каждого программа исключительно своя. Салям хадафи, значит здравствуй, до свидания. То в захидание, то в ободание. Я и жизнь похожа на полетное задание. И все к хадафису готовятся заранее. Здесь спокойная работа и проблем совсем немного. Здесь морально отдыхаешь от дорог и дураков. И экзотики хватает, только все надоедает. И смотаться на побывку каждый здесь всегда готов. Салям хадафис, значит здравствуй, до свидания. То в захидание, то в ободание.
Я и жизнь похожа на полетное задание, и все к Хадафису готовятся заранее. Мы летаем по Ширазам, Тегеранам и Ахвазам, зарабатываем баксы, нету времени скучать. А в далекую Россию мы увозим унитазы, чтобы дома об Иране никогда не забывать. Салям, Каддафис, значит здравствуй, до свидания. То в скидание, то в обадание. Я и жизнь похожа на полетное задание, и все к Каддафису готовятся заранее. Салям, Каддафис, значит здравствуй, до свидания. То в закидание, то в обадание. Я и жизнь похожа на полетное задание, и все к Каддафису готовятся заранее. И все к Каддафису готовятся заранее. И все к Каддафису готовятся заранее. Спасибо. Все дома так переживали, ведь не в Луневку, а в Машхат, и сам я тоже сомневался. Ведь это все не на два дня, и я бы, может, отказался. Была б квартира у меня, но вот покинув папу с мамой, детей оставив на жену, я двинул в сторону Ирана. Совсем чужую мне страну, и очутился я в Машхаде, в Бузорм-отеле Тургабе, где горы спереди и сзади. Но в общем ничего себе, здесь проживают халабаны. Из разных русских городов они летают по Ирану. Где не пасет Макар коров, здесь нет спиртного в магазинах. На женщин можно лишь глядеть, легко забыть, что ты мужчина. И очень трудно похудеть. Когда же вдруг часы досуга нам выпадают невзначай, мы ходим в гости все друг к другу и пьем, конечно, только чай. Здесь нет спиртного в магазинах. А, это я уж пил, да? На женщин можно лишь глядеть, легко забыть, что ты мужчина. И очень трудно похудеть. Тут настолько трудно, что я же два раза об этом спел. Но в общем здесь совсем не страшно, и не кусается никто, и хоть скучаем по-домашним, но все окупится потом, дела у нас не так уж плохи. И нет причины горевать, да вы спросите хоть у Лехи. И Леха мне не даст соврать. Дела у нас не так уж плохи. И нет причины горевать, да вы спросите хоть у Лехи. Лёха мне не даст соврать. И Лёха мне не даст соврать. И Лёха мне не даст соврать. Спасибо. А какие там слова-то пропустил? Если два раза одно и то же спел, значит, я что-то там, это... Ну, вы же все знаете, да? Вот, а следующая песня, вот опять же, эту песню, наверное, буду петь на каждом концерте, потому что она настолько мне нравится. Это песня «Еще раз про любовь» с аранжировкой Александра Владыкина, потому что, ну не знаю,
Это, наверное, моя любимая песня. Я заглянул в ее глаза, в ее глаза была гроза. Весенний ливень, колокольчик полевой. И ветер мне шепнул листвой: на свете нет другой такой. Ты береги ее и сердцем, и рукой. Ты береги ее и сердцем, и рукой. Она смеялась надо мной своей улыбкой озорной. Не говорила мне в ответ ни да, ни нет. А ветер вновь шептал ей вслед: другой такой на свете нет. Ты не отыщешь даже через тысячу лет. Ты не отыщешь даже через тысячу лет. А мне не впрок, и не вдомек, и не хранил, и не берег. И оказалось так нетрудно потерять. И ветер тихо прошептал: ну что ж ты так не удержал. Я промолчал, а что сказать, ну что сказать. Все потому, что про любовь вся наша жизнь. В году любом, в краю любом, так много песен про любовь. Да потому, что про любовь вся наша жизнь. Спасибо. А давайте еще споем хором. Эту песню тоже все знаете, все любите. В небе колышется дождь молодой, ветры летят по равнине. Сонный, знать бы, что меня ждет за далекой чертой. Там, за горизонтом, там, за горизонтом, там, там, тарам, там, тарам. Шел я к высокому небу не зря. Укрываясь большими снегами, но зато я узнал, что такое заря. Там, за облаками, там, за облаками, там, там, тарам, там, тарам. Верю, что все неудачи стерпя, жизнь отдавая друзьям и дорогам, я узнал.
узнаю любовь, повстречаю тебя там, за поворотом, там, за поворотом, там, там, тарам, там, тарам. Если со мною случится беда, грустную землю не меряй шагами. Знай, что сердце мое ты отыщешь всегда там, за облаками, там, за облаками, там, там, тарам, там, тарам. Спасибо. Вам шикарно получилось. Порой судьба завалит крен, пугая случаем, а ты не бойся перемен. Бывают к лучшему, не нужно думать о плохом. В сомнениях мучиться, давай попробуем, рискнем. А вдруг получится, и если нужно сделать шаг, и шансов поровну, то это только нам решать, в какую сторону. Не будем думать о плохом, в сомнениях мучиться, давай попробуем, рискнем. А вдруг получится, а если кто-то нас не смог, при чем тут мы с тобой? Я знаю, нам поможет Бог решить вопрос любой. Не будем думать о плохом, в сомнениях мучиться. Я знаю, если мы рискнем, у нас получится. И даже, может быть, потом смешным покажется, как ты решиться ни на что не мог отважиться. На нашу сторону весы склоняй, не мучайся. Ты только главное не ст... И все получится. Давай попробуем, рискнем. И все получится. Я знаю, если мы рискнем, у нас получится. Спасибо. Саша, красивая работа. Через все преграды
даже в слове высота. Слышится романтика полета. Самая красивая работа связана с желанием летать. Оглянись назад без суеты, вряд ли сможешь ты сам себе ответить строго. Кто из вас дорогу выбрал, ты или же тебя выбрала дорога? Вечно в этом слове высота. Будет неразгаданное что-то. Самая красивая работа связана с желанием летать. Слове высота. Будет недосказанное что-то. Самая красивая работа связана с желанием летать. Еще одна песня на стихи Ильи Конникова. Просто здесь в зале сидит мой друг Александр Овчаров, который явился, как бы сказать, толчком к созданию целого цикла моих песен на стихи Ильи Конникова. И песня, с которой все это началось, это песня «Вы только чаще прилетаете». Зачем приходят люди эти в аэропорт, их интерес не проводить, кого не встретить, а поглядеть на сам процесс. И от прилета до отлета стоят тихонько в стороне и молча грезят на высотах, застывши будто в полусне. Обидно, что помочь не в силе, я ни одной такой мечте. Доступным небо раньше было, а нынче времена не те. Но напоследок, улетая, я им по-дружески кивнул, и над избушками взмывая, райцентру крыльями качнул.
там внизу неспешно кто-то пойдет с улыбкою домой, доволен тем, что был в полете, пускай не телом, но душой. А может, скажет без утайки, когда случится новый рейс, вы только чаще прилетайте, чтоб в жизни видеть нам прогресс. Вы только чаще прилетайте, чтоб в жизни видеть нам прогресс. Завтра еще один концертик в городе на Неве. Вот, и я приготовил эту песню одновременно, потому что она, конечно, про Санкт-Петербург, но я думаю, что Москва сильно не обидится. Разводятся мосты, вновь я на свидании с тобой, восхищаюсь вновь, как прекрасен ты, мой любимый город над Невой. Вот так всегда. Да не, это я помню. Вот, слушайте, не буду. Вот я вот уже сколько раз в Москве эту песню начинаю петь, и то слова забываю, то этот не хочет принимать. Ладно, я как детская песня. Ладно, я вместо нее сейчас другую песню спою. А, Игорь, я не сразу, ну ладно, я тогда еще раз попробую. А знаете, а у меня отмаза есть. Не-не-не, это вот люди вот сейчас вот из другого зала, наверное, так с троем идут, но и они меня сбили. Вот. Нет, уже все-таки меня попросили попробовать еще один опыт. Разводятся мосты, вновь я на свидании с тобой, восхищаюсь вновь, как прекрасен ты, мой любимый город над Невой. Восхищаюсь вновь, как прекрасен ты, мой любимый город над Невой. И дворцовой набережной шум музыкой звучит в душе моей, и тебе трепетно спешу в кружево дворцов и площадей. Всякий раз к тебе с радостью спешу в кружево дворцов и площадей, в кружево каналов и мостов, скверов и фонтанов волшебством. Днями напролет я бродить готов над гранит оправленной Невой.
самолет, я бродить готов над гранитоправленной Невой. И прокричит петербургская чайка мне, словно приветствуя гостя нечастого, пушечный грохот прокатится вновь над рекой. Остановлюсь возле медного всадника и залюбуюсь на купол Исаакия, свет, возвращающий солнцу цветок золотой. А около на Васильевском острове чувство возникнет пронзительно острое, хочется, чтобы всегда через тысячи лет было все так же величие празднично, мы расходился бы в стороны разные Санкт-Петербурга свет. Окунусь в задумчивость аллей, как когда-то много лет назад, и вновь заворожит осенью своей желтизной кленовой летний сад, и вновь заворожит осенью своей желтизной кленовой летний сад. Сколько раз признания в любви слышал ты и сколькими воспет, магию таят знания твои, и Нева и Невский твой проспект. Магию таят знания твои, и Нева и Невский твой проспект. Васильевском острове чувство возникнет пронзительно острое, хочется, чтобы всегда через тысячи лет было все так же величие празднично, мы расходился бы в стороны разные Санкт-Петербурга свет. Санкт-Петербурга свет и Ленинграда свет. Не, Икаров, все, я уже не пою, она мне не по голосу. Хочешь, давай спой, я сыграю. А? Не. А? Нет. Не, ребят, я пошутил в каком плане, но песня не очень простая, все надо репетировать, потому что там переходы, все, я ее, поскольку я не пою, то я ее не играю. И это будет еще круче, чем с Петербургом. Я вам лучше другую песню спою, не хуже. Суббота, снова хочется в решеты. Там летают планеры, там ребята славные, там такая аура, что хочется кричать «Ура!». Мы отложим все заботы и отправимся в решеты, полетать на планерах с ребятами славными и у вечернего костра. Там ведь тоже аура. Утром выйдешь в
чисто поле, там приволье и раздолье, там клубника спелая, и коровы смелые, и прямо с раннего утра там повсюду аура. А там такая аура, что хочется кричать ура. Полетаем над землей, полюбуемся красою. Воскресенье кончится, а уезжать не хочется. Но тем не менее пора. До свидания, аура. До свидания, аура. «Яблоко в облаках».
Знаете, я вот нынче подготовку к этому концерту начал с тренажера. Ну, не скажу. А продолжил рыбалкой. То есть такая была плодотворная эта подготовка. Ну и вот по поводу рыбалки, мне как раз есть на эту тему песня. Мы с Андреем соревновались, кто больше рыбы наловит. Вот. И он поймал осетра, которого не ловил на активную удочку. А я поймал судака, которого, он говорит, в этом водоеме, говорит, я еще не видел. Вот. А песня называется «Большая рыба». Большая рыба, она такая глыба, и вот сейчас я держу ее в руках, и вам могу я сказать без перегиба, что нет счастливее сегодня рыбака. Друзья, поймите меня вы и простите, и не смотрите завистливо и зло, и вы могли бы поймать большую рыбу, поймать, но одному мне сегодня повезло. Кто не рыбачит, для тех немного значит. Большая рыба, когда она клюет, а те, кто в теме, свихнувшееся племя, отдать немало готовы за нее. И днем, и ночью, в любое время года, рыбак на речке всегда как на посту, и не страшит нас любая непогода. Мы присягнули все рыбьему хвосту. Друзья, поймите меня и простите, и не смотрите завистливо и зло, и вы могли бы поймать большую рыбу, поймать, но одному мне сегодня повезло. Друзья, поймите меня и простите, и вы поверьте, что всем желаю я, поймает каждый из вас, пускай однажды хоть раз, большую рыбу чуть поменьше, чем моя. Поймает каждый из вас, пускай однажды хоть раз, большую рыбу, но чуть поменьше, чем моя. Пам-па-д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 ам. Спасибо. Паруса, однако. Что, наконец-то ждали? Саш, или ты не можешь найти? Паруса? Есть там. Она просто перед яблоком была. Ветру наполнять паруса, вера наши силы умножит. Каждый выберет сам, сможет он или не сможет. Верно, каждый выберет сам, сможет он или не сможет. Стоит не бояться проблем, чтобы становиться сильнее. А небо помогает лишь тем сильным, кто решил, что сумеет. А небо помогает лишь тем сильным, кто решил, что сумеет. Знаю.
знаю, будет трудно не раз. Только я сумею, я знаю, в жизни все зависит от нас. Если мы за все отвечаем, в жизни все зависит от нас, от тех, кто за все отвечает. Паруса, вера наши силы умножит. Верно, каждый выберет сам все, что он сумеет и сможет. Верно, каждый выберет сам все, что он сумеет и сможет. Все, что он сумеет и сможет. Все, что он сумеет и сможет. Обманка. Способ за одну песню два раза сорвать аплодисменты. Спасибо. Ну что? Нет, уже это сама. Уже прощальная песня. Нет, ребята, честное слово, я уже... Понятно. Хорошо. Я вам, знаете, что хочу сказать? Вот следующий концерт, если не помешает никакая, значит, пандемия или еще что-то такое, сейчас все сделается с оглядкой, будет в этом зале 14 августа. Он будет тоже приурочен вот как раз к Дню авиации. Вот. И мы тогда, ну, опять же, все не сможем, но вот... А вы составляете заранее заявки? Я тогда плейлист просто по ним сделаю. И уже это, не будет никаких проблем и вопросов. Вот. Ну, курочку я, конечно, спою, а потом будет прощальная песня. Специально. Как это? А как это? Для моих друзей из солнечной Москвы. Она в этот раз особенно солнечная была. Один день, на рыбалку мы урвали, я как будто бы купил эту погоду. Гомон, оживление. Все откинув столики, с нетерпением ждут. Девочки в передничках, с грацией в движении, пассажирам курочку снова раздают. Сразу забывается грусть и невезение. И куда девалась вдруг прежняя тоска? Сразу поднимается наше настроение, и ярче светит солнышко, и краше облака. Мы взлетели вовремя, дальняя дорожка. Надо бы и летчикам пожевать чуть-чуть. Командир с механиком очень любят ножки, а второй особенно уважает грудь. Кто сказал, что курица будто бы не птица? Не согласен буду с ним, он ей-богу врет.
Как цыган без лошади, как Милан без пиццы, так вот и без курицы наш Аэрофлот. Несомненно, курица необыкновенная и неповторимая птица наших дней. В бортовом питании вечно неизменная, как звезда в измученной в душе моей. Как звезда в измученной, эх, в душе моей. И могу заверить вас, железобетонная, завтра так же, как вчера и позавчера, будет она самая авиационная, и в эмблеме нашей ей быть давно пора. И в эмблеме нашей ей быть давно пора. Оживление. Все, откинув столики, с нетерпением ждут. Девочки в передничках, с грацией в движениях. Это объедение снова раздает. Это объедение снова раздает. Ну все, ребят. Ребят, большое спасибо за то, что вы пришли. Не, у нас все уже посчитано. Мне завтра очень рано вставать, поэтому сегодня задерживаться я, к сожалению, не могу. А вот мы уложились хорошо в программу. Сейчас, если там нужно будет после концерта еще кому-то расписаться или сфотографироваться, у нас будет буквально несколько минут. Вот, я очень вам благодарен. В смысле, хотел сказать, очень спасибо. Спасибо вам за то, что вы пришли, чтоб подарить мне этот добрый вечер, за теплоту и радость нашей встречи, за те, что вы с собою принесли, за теплоту и радость нашей встречи, за те, что вы с собою принесли. Спасибо вам за добрые слова и за мое волнение в начале, за песни, что однажды зазвучали в моей душе. За все спасибо вам, за песни, что однажды зазвучали в моей душе. За все спасибо вам. За то, что мне не спится по ночам, когда ищу я правильное слово. За то, что петь для вас хочу я снова. За это все сто раз спасибо вам. За то, что петь для вас хочу я снова. За это все сто раз спасибо вам. За все, что я читаю по глазам, за отклик ваш, за слезы и улыбки, и за мои прощенные ошибки, и за любовь, друзья. Спасибо вам, за вами мне прощенные ошибки, и за любовь, друзья. Спасибо вам. Спасибо вам. Приходите еще.
Спасибо.